приятно поздравить наших младших братьев группы «Мазари Шариф» с их солидным юбилеем. 25 лет на сцене – это, поверьте, немалый срок. Почему младших братьев? Потому что мы чуть-чуть постарше. Нам в этом году исполняется 30 лет. Ну, прежде всего, конечно, ребятам отличного здоровья, дальнейших творческих успехов. И, ребята, разрешите, мы хотим вручить вам наши скромные подарки. Это замечательные подарки. Сергей, недавно вышел сборник, называется «Мы выходим на рассвете». Нотно-текстовой, представляете, нотно-текстовой песен афганского периода, ну, то есть войны. Тогда еще написаны с фотографиями авторов. Серьезно. Дорогие друзья, а самым дорогим подарком, конечно, будет это наши песни. Итак, ветераны группы «Каскад». Вы представляете, мы на... Хотя-то... Благодарим. Вот этот микрофон. Нормально. Я хочу немножко представить. Это вот группа «Каскад», которая организовалась в Афганистане. Первый ее руководитель Андрей Сухов. Александр Минаев. Здравствуйте. Вы знаете, едем на автобусе, вот смотрим город, один, значит, говорит: слушай, помню, в Белоруссии ехали, значит, сделали концерт на колбасной фабрике, нам, значит, вынесли целую коробку колбасы. А другой говорит: о, это же идея, давайте на ткацкую фабрику заедем, обязательно вынесут. А четвертый говорит: а коробку этого, ткани? Нет, ткачиха. А я так говорю: да не получится, завтра выходной. Вместе с нами, со всеми нами поет автор песни «Батальонная разведка» Игорь Морозов. Дружим с тобой, и вспомним те, кто не дрожит.
Хочет на домой. Белые, белые голуби.
песню нашу, полный животок. За то не вижу, печатно не будет, только разве проблатка на улице восток. Уходим с востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, с кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога, на скабинетной граде. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили. Раскатываем за кабель. Неразложная.